Команда «Двуличные агрессивные подростки» с постановкой «Сердца за любовь в Конохе». Знакомьтесь с сегодняшними участниками шоу. Тоби, 31 год, любит путешествия и создавать новые миры в спорт. Готов снять маску перед тем, кто покорит его сердце. Хината, 17 лет, королева красных щечек 2019. Уверена, сталкерство приведет к взаимной любви. Ищет успешного Хокаге. Наруто, 18 лет, любит рамен. Ищет ту, что заставит его побегать. Да, и кстати, он будущий Хокаге. Итачи, 21 год, нежный цветок, скрытый в листве, профессионально вырезает фигуры изо льда. Тот, кто будет с ним, никогда не соскучится. Зачем пришли? Любовь искать. Тебя никто не выберет. Я бы выбрала. А что, тебя выберет? Меня точно. Я же блистательный Мадаара. Тебе недостаточно ненависти. Хватит цапаться, давайте уже смотреть. За сколько смотреть будем? За 100. Давайте лучше за 500. Но 5 мисками рамена за 100 наешься больше, чем одной за 500. Ты сюда поесть, что ли, пришел? Ну да ладно, смотрим. Какаши, 29 лет, учитель, настоящая принцесса. Очень пунктуальный и гордится этим. Ищет того, кто будет читать с ним фанфики по ночам. О, мы сможем читать мои работы на фигбуке. Возможно, он сможет чему-то научить меня. Думаю, лучшее впереди, так что я пас. Не то имя, что мне предсказали. Что? Опаздывает? Обожаю пунктуальных. О, я не опоздал. Нужно затвитить это. Я оценил себя в 100 сердец, потому что 100 – это мое любимое число. Столько книг я прочитал в этом месяце и столько раз встреч пропустил. Добрый день. Чтобы впечатлить вас, я приготовил вам небольшой сюрприз. Привет! А что у тебя под маской? А у тебя? О, прям как в моей любимой книге «Шиноби моего сердца». Это невероятно. Так может снимем друг с друга маски? Ва-банк, санины! Ладно, все равно напоминал мне моего бывшего препода. Я выбрал Тоби, потому что у нас с ним есть общие интересы. Потому что про мой дневник в тысячелетия говорит, все нас слышат. Я считаю, что лучше на этом шоу уже не будет. И у нас все будет так же крепко, как печать. А в студии появляется следующий участник – Баруто, 25 лет. Пришел за мамой, которая оставила его в супермаркете. 25 лет? Ага, точно так же, как и тебе 17. Тут паспорт не проверяют. Прекрасное воссоединение. Давайте уж за 300. Саске, 18 лет. Любит бег на длинные дистанции. Ищет своего братика. Ой, я люблю бегать. Йо, что за фетиш на братиков? Хотя я мог бы, у меня есть опыт. Даже комментировать не буду. У меня не сильно складывается с братьями, так что... Наруто. Я Боруто, Саски. Наруто. Саски, я Боруто. Наруто. Ну, Саски,
Он Боруто. Их двое. Фух, специально Боруто назвала. Чтобы Саски поехал и отстал от Наруто. Теперь у меня все шансы. А ты цветок не принес? Тебе я готов подарить целый букет. Знаю я твои букеты. После них меня и Цунада не вылечит. Где ты их вообще берешь? Пап, и все твои друзья детства такие? Я повышаю. Стоп, остановитесь, девушка. Еще не ваш выход. Долго же она бегала, раз так подкачалась? Ну, я же почти... Давайте уже все-таки за 500. Кисаме лишний раз не булькает. О, это даже интересно. Чё? Чё? Влажность повысилась. Черт возьми, да! Их все время раскупают. Я думал, ты сам, потому что нет, вы его видели. Я готов отдать вам все сердечки и даже произвести Мам. Мам, пошли уже домой, а? Хорошо. В борьбу вступает еще одна красотка. Это что, техника замещения? А, это ты, Сакура-чан? Ты вернулась? А где Саски? Мадара, 20 лет. Завистники говорят, ой, с тебя уже песок сыпется. Но что он отвечает, это хайлайтер, бич. Дайдара, 18 лет. Поклонник современного искусства. Ищет того, кто не погасит ему огонь. Я беру только за 500. Я тоже. Курама. Молод душой, но не телом. Любит свободу и пришел зажечь. Горячий, видимо. Плохая киса, плохая! Не молод телом? Нам не по пути. Я оценил себя в 500 сердец, потому что у меня целых 9 хвостов. Чем можешь удивить? На самом деле, я профессионально занимаюсь танцами. Ну, точнее, слушаю кей-поп вечерами. Так что я с танцем. Это что, Фури? Ну что ж, самое время взрывать танцпол. And the elephant goes toot. Dogs say quack, and fish go bloat. And the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Всем спасибо! Я никого не выбрал, потому что я пришел пропиариться. Подписывайтесь на мой паблик «Пристанище Девятихвостого». Я ухожу. Эй, дружок-пирожок, куда это ты собрался? Качалка два блока вниз. Иди ты. Нет, иди ты, учиха.
Сколько я здесь? Моя лапша уже, наверное, заварилась.